Один мастер рассказывал, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. На что его спросили: а разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф? Мастер ответил: телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф учит тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить.